Крупный агропарк намерена построить китайская группа компаний «Легендагро» в Приморье. Это позволит сельхозпроизводителям края с максимальной доходностью экспортировать свою продукцию на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы разработали, план, что с вашим помощью построить терновой терминал, построить порт и за этим терминалом построить завод сою перерабатывающий, и дальше уже кукуруза, может быть, также еще, но в будущем привлекаем еще другие специализированные китайские инвесторов, чтобы дальше инвестировали в этом порту или в парке, также в территории Приморского края. Олег Кожемяка подчеркнул, что данный проект даст дополнительные возможности для экономики Приморского края. Также он предложил китайским инвесторам сотрудничество в лесоводстве, восстановлении мелиоративных систем, возврат в оборот заболоченных земель. Мы готовы поддержать, конечно, сделать так, чтобы этот проект состоялся и как можно в скором времени был запущен. Его можно презентовать в том числе, если будут понятны инвестиции, подготовлены документация и начаты работы, можно будет на Дальневосточном форуме в сентябре 2023 года уже заложить первые, как говорится, основы для решения этого проекта уже в строительной части. В завершении встречи стороны подписали соглашение о намерениях в реализации данного инвестиционного проекта. Договор подразумевает объем капитальных вложений более 5 миллиардов рублей, создание не менее 400 новых рабочих мест. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.